Все легковые автомобили в Узбекистане одной марки. Здесь есть завод Chevrolet. Раньше он назывался Deo, потом его купили американцы, но выпускают те же самые Nexi, Matizы, Gentry. Вот, посмотрите, просто обычная дорога. Chevrolet, Deo, Chevrolet, 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 Deo. Deo, там тоже Chevrolet, Deo. Короче, все они одной марки, все реально. 90% это всякие Deo, Chevrolet. Еще 10% это старые советские автомобили, оставшиеся еще с развала Союза. И причем все почти белые, потому что на такой жаре 45-50 градусной нереально находиться в черной машине. Просто она раскаляется, и человек превращается в шашлычок.